Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыль, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Я взял. Алло, дядя, чё ты, как сам? Нормально, на студии сидим. О, здорово. И рад тебя видеть, бро. Взаимно, чё там, как дела у вас? Охуенно, чувак, флексим вообще, чилим вообще, блядь, нормально. Заебись. Чё там, альбом пишешь? Да, пишу, мне один альбом, несколько эпишек с пацанами. Заебись. Вот дерьмо. Зацени. Каменные джунгли трепещат, пробудь красный цветок, это твой последний шанс. Тебе не вырваться из лап. Так, как что слушай сюда, джунгли не спят никогда. Ночью и днем джунгли не верят слезам. Джунгли мой дом, у меня есть кружит дом. Суку клевает пол, каждый панч будто патрон. Я заряжен из пол. Диан, ты киллер, как всегда, блядь, я вообще в ахуе с тебя, блядь. Да, пиздец. Ну чё там, когда рвать на битах? Да старина, чё сделан, типа, давай, блядь. А, да нажми паузу, ёпта. Да чувак, типа, давай сделаем, типа, в феврале, в марте, типа, будет заебись. Давай, слушай, давай. Димон, слушай, расскажи мне свои впечатления насчет батла с Драго, типа, как прошло все. Да, блядь, он мягкий, блядь. Ты выебал этот сукин сына? Конечно. Там все три судьи мне отдали, только, блядь, 108-й пидорас что-то вату закатал, блядь. Сказал я, блядь, хочу создать интригу, что-то, блядь. Что? Убил вайт, сука. Он же, да. он вообще в рэпе бывал, блядь, или не бывал, блядь? Интригу. Я вообще, блядь, не знаю, что он там забыл, блядь, кто его позвал, и нахуй он вообще нужен, блядь. Это пиздец, так, да. Блядь. Красиво, нет. Братчик, красиво. Да, Драгу мягкий, он безобидный вообще, блядь. Ну, короче, пизда, типа, он ничего не мог тебе, да, противопоставить, да? Не, а я его даже не слушал, я наушники одел, и похуй, чё он. Сука, ты такой нигер, дядя, вообще красавчик. Да нахуй он нужен его слушать, блядь. Короче, надел я буду наушники, вообще похуй на него, да? Да, надел наушники, а в третьем раунде надел повязку на глаза, чтобы еще и не видеть этого дауна. Чувак, а ты заюзал пистолет Supreme, да, Ди? Да, охуенно было. Прям ебальник ему стрельнул, так этот даун, прикинь, он, короче, начал купюры с пола поднимать, мы там вообще охуели с него. Купюры? Да, он реально прямо начал сразу поднимать купюры. Очень жалко было на него смотреть. Чувак, блядь, ты на рэпе, ты реально на рэпе по флексу, блядь, охуенный чувак. Ну да. А когда будет батл? Старина, когда будет батл? 4 декабря. Охуенно. Да, там будет весело. Вот, потом «Доспехи Бога» и потом «Сияние» сразу следом. Красиво. И потом нарвать на битах будем разбавить.
Слушай, старина, а как думаешь, с кем нам с тобой побатлить 2 на 2? У тебя есть какие-то мысли? Он предлагал СД, негр салют, негр нас смотрит. Ее, нига, нига. Ее, салют, нига. Да. Да нам-то похуй, в принципе, чё, кого мы, я думаю, мы там всех выебем. Слушай, знаешь, мне кажется, было бы прикольно, типа, Галата и Джубили. А? Они, походу, кажется. Это было бы очень забавно. Можно, можно. Надо с ним поговорить, короче, блядь. Кого он там даст нам. О, да. Зига, залетай, Зига, рядом с нами. Давай, залетай к нам. Короче, финишируем эпишку, бля. Будет совместка с Трэпой и со Смоки. Вот, 5 треков. Я тебе ставил, у меня были, когда слушали. Да. Слушай, а ты заебал, мы с тобой сделаем фитулю, блядь, в ближайшее время. Да, по-любому. Что-то интересное, Гэнсон дерьмо, да? Ебанем какой-то, классно. Я на тот бит твой бешеный начал писать, я, короче, делаю... Блядь! Флоу 1080! Флоу 1080, старина, блядь, ты выкупаешь? Да, да, это мясо, блядь. Это мясо, чувак. Негр будет постить, говорит. Охуенно. Ты негр приколол битос, да? Негр, да. Негр в игре. Нет, блядь, ты заебал. Ты ему приколол битос, типа он скрылся, да? Да, да. Пиздато. Приезжали, короче, типы у меня тут бешеные из Москвы, снимали клип, снимали два дня, тоже выйдет после батла. Короче, три клипа будет на Джунгли, на Mercedes и Defend с участием Словецкий, Птаха. Блядь, чувак, я фанат Словецкого, я тебе уже говорил, ты помнишь, да, Дей? Да, 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 ну вот, короче, все, блядь, игроки там. Все пацаны в здании, охуенно вообще. Да, все будет выходить после батла. Охуенно. Что, когда там новые клипы, треки, что там у тебя вообще, что творишь? Да, чувак, ты сейчас будем, типа, потихоньку мы делаем, типа, делаем сплаттер, я не знаю, ты в курсе или нет, типа, но скоро будешь в курсе, потому что это будет мясо. И, короче, мы сейчас сделаем с пацанами даже эпишку совместную, там будет очень интересное дерьмо. Ну, типа, давай сделаем Gangsta Shit, давай какие-то синглы похуярим, типа, у меня есть Gangsta биты, у тебя есть Gangsta слова, понял, дядя? Мы сделаем красивое дерьмо. Давай, давай, закидывай все, что есть интересного, давай забудем кайфом. Давай, ну слушай, дядь, мне кажется, Flow 1080 мы обязаны с тобой сделать, дядя, это да просто... Сделаем. Это просто пиздец, это если это не сделать, это в рэпе не быть. Сделаем мясо, по-любому, я там набросал уже. Ты приедешь на батл уже? Старина, я буду в январе где-то, понял? У меня сейчас будет батл с Мишей Крупиным, понял? Через 3 дня, понял? А потом где-то в январе я буду в Питере у вас. Так что по фактам красиво, понял? Димон, я тебя не слышу. Ебой! Да, Димон, чё, где там со связи какая-то хуйня, да? Блядь, нормально уже все на связи. Все красиво, да? Поставь твоего. Чё? Поставь твоего. Нихуя не слышу, что ты говоришь. Поставь что-нибудь из своего. Блядь, да типа мы, знаешь, типа с телевизора... хуйню врубаем, которую, типа, живёхнул готовые клипы. Не можешь сделать такое. У нас нет такой опции, понял? Опции не существует у нас, по-моему, знаешь, типа, чувак. Матрёт, мы, короче, пишемся, блядь.
Блядь, чувак. Авалон. У нас тоже Авалон на студии, чувак, ты понял? Заебись. Да, да, охуенно. Саббокс. Одесса мама, ёпта, блядь. Приезжай, это манна голова-то. Запишешь нормальный свой ёбаный рэп, блядь, на красивое качество, ёпта. Чё, на февраль тогда сияние? Да, старин, смотри, такая тема, понял, я у вас ещё буду, типа, в январе, типа, ещё с тобой встретимся. А насчёт батла, типа... Красивого да. Батла мы с тобой обсудим, да, типа. Я думаю, типа, это февраль, март, типа, да, такая тема. Окей. Мы на рэпе, я не слышу. Нихуя не понимаю, что это значит, блядь. Какой-то пич. Пич. Мизери, блядь. Мизери, блядь. Что ты включил, блядь? Я ни слова не понимаю, блядь. Да, да, ты что-то там... Ты кайфуешь, блядь, я нихуя не понимаю. Ты включился, непонятно, блядь. Старина, у меня плохой интернет, ебать. Я из Украины, ебать. Не-не-не, старина, мы так... Не-не, так не работаем. Бой. Короче. Я ни слова не понимаю, я бы... Нахуй ты флексишь, чувак? О, бля, все. Такие дела, короче, братец. Все, Димон, короче, что мы делаем с тобой, в общем, давай, все, в общем, будем типа... Будем на связи, приезжай, будем готовиться, разъябывать этих даунов. По-любому, старина. Слушай, да что мы делаем этот битос, Flow 1080 или нет? Да, да, делаем, делаем. Ты уже начал, да, бро? Да. Ну все, давай, короче, накидывай, типа, если еще несется. Держи меня в курсе. Потому что мы эти. Слушай, знаешь, где такая еще хуйня? Мы должны еще сделать флоу, понял, типа. Помнишь Джубили, которому ты давал лещей, понял? Да. Я, короче, ему подогнал битос. Битос охуенный. А, ну, они с Глад там сняли. Ну, я Глад это потом дал в ебало, понял? Блять. Сука. Короче, старина, я, короче, подогнал им битосик, охуенный битосик. А они его удалили нахуй из Ютуба. И мне кажется, а битос супер охуенный. Мне кажется, есть смысл его возродить, блять, и показать. Что есть настоящий рэп, понял, дядя? Давай. Ну все, блядь, мы короче я тут полетят. Охуел, я тут охуел, ты видел, где клип, где, блядь, этот Федук поет, блядь. Слушай, ну давай начнем с того, что песня охуенная. Ну да, да, ну что-то я, блядь, удивился. Подожди, а что ты, дядя, я тебе скинул вот этот платиновый битос, что ты еще не спел, ебать? Скидывай, блядь. Да я... Иди уже скидывай, блядь. Я, блядь, готовился... Короче, братик, мы... Да. Старина, мы сейчас с тобой стрельнем, блядь, и они все еще будут песосы сосать. Короче, все будет красиво. По-любому. Все, на связи, старина. Короче, я тебе скидываю эту битосы. Бля, бро, одна любовь, блядь. Чувак. Чувак. Я тебя обожаю. Сукин ты сын, я тебя обожаю, блядь, респект.